Здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать о потерянной посылке. Вот то, что у меня сейчас, вот это самая настоящая потерянная посылка. Почему? Потому что вот когда мы купили дом, вместе с домом осталась вот эта вот посылка. Как видите, нет ни адреса, нет ничего. Это благодарственная посылочка. Вот внутри вот так вот была зеленая такая стружечка, тоже очень интересная. Вот. Книжечка вот такая с ручкой. Вот благодарственное письмо. И вы можете найти на сайте, что это такое, сельскохозяйственное какое-то. Люди вот, помогали. И им прислали вот такое благодарственное письмо. Вот такая маечка. Футболочка вот. Вот такая кепа. Все символика, видите? Вот. И такое теплое худи. Такое теплое байковое. Если, почему потерянная посылка будет, если я сейчас эту посылку отдам почтальону, и она приедет на почту, то посылать ее некуда. Вот есть только один адрес. Здесь сбоку один адрес наш. И все. То есть посылка пришла, а назад ее невозможно отправить. И она, вот эта посылка, будет на почте. Сколько она будет на почте? Ну, может быть, полгода. А потом ее все равно или продадут, вот, или выкинут. Так что вот так. Вот это самая настоящая будет потерянная посылка, если я ее определю на почту. Поэтому, зная все это, я на почту не отправляю. Ничего, вот записная книжечка, я ее начала пользоваться. Вот, кепа тоже хорошая. И можно пользоваться. Вот, и пользуюсь и хорошие маечки. Такие качественные. Мне кататься на велике. Совершенно великолепно. Так что это все остается. Все остается здесь, в доме, с благодарностью.